Так, это у нас столица была, пыталась прорваться из осады. Знатный бой. Но опять же, у нас преимущество было именно в высоте. Высота, орудия. Хотя орудия здесь, я не сказал бы, что... Орудия здесь, по-моему, вообще ничего не сыграли. Быстро он их вывел из боя. Я, собственно, прекратил стрельбу. Так. Докторскую степень наши ученые получают. Поле при желании до 30 000, но это надо ставить, включить точнее функцию, чтобы 40 отрядов было в армии. 40 отрядов, как в Наполеон Total War, здесь такая функция тоже есть. Тогда на поле боя 30 000 будет участвовать. У меня компьютер просто не потянет такие. Я в Наполеоне, правда, стримил, вот на YouTube-канале можете посмотреть. За португальцев мы там проходили, вот там по 30 000 битвы были на поле боя. До 1,5 часа были зарубы с Наполеоном там. Так, сухой док прокачиваем. Сухой док. Да, так и есть. Собственно говоря, давайте проверим. Тут все, 7 человек, 20 автобой. 20 человек потеряли при штурме. Все, теперь это наша территория. Пока крепость тут нет смысла ставить, тут у нас армия будет базироваться. Ой, военный порт тут нам достался, отлично. И ставим тут церковь. Вообще, регион, конечно, шикарный. Тут куча просто городов, поселений. Давайте ремесленные мастерские поставим. Так, это ж мелкий отряд какой-то. Янычары с гранатами. Так, ну у нас святая цель. Освободить Иерусалим. Поэтому мы на мелочи не останавливаемся. Идем дальше. Турцию вообще, в принципе, как современную Турцию, да. Но Османскую империю нет. Османская империя здесь еще в Северной Африке и Ближний Восток, соответственно. Ирак, Сирия, Палестина. Османская империя пока еще на Ближнем Востоке присутствует, скажем. Так, мы по направлению к Багдаду двигаемся, занимаем стратегически важный мост. Нет, мост мы, к сожалению, не заняли, потому что нам помешало. Помешал передовой отряд. Да нет, Иерусалим вот в эту сторону. Мы ж по дороге идем. Тут нет, тут же не пройти вот по этим горам. Надо по дороге идти. А, тут надо было через ущелье пройти, что ли? Ну, ладно, мы сейчас попробуем тут пройти. Блин, в этой Турции, чертовой. Проехать, не пройти. Денег нет уже, да?
Так, наука. У нас новое поселение, способное изучать науку. Давайте мы прокачаем. Так, кроликовый челнок. Отлично, подойдет. Далее. Сеялка. Да не нужна мне эта сеялка, чертова. Селекционное разведение, разве что можно взять. Да, давайте селекционное разведение. Здесь. Совершенствованная крупная картечь. Крупная картечь, говоришь? Ну ладно, два хода, крупная картечь, пускай изучается. Мне всю эту сеялку постоянно пытается втюхать. Там минус 25% постройки сельскохозяйственных зданий. У нас и так все отстроено пока что. Так. В общем, мы погрузились полностью в Ближний Восток. Три ударные армии у нас здесь находятся. Одна в Анкаре. Зрительская идет на Иерусалим и на Багдад. По сути, центральная Россия практически не прикрыта. Так, а этот у нас идет. Ой, 30% православия, давайте в Чечню. Тут вообще православия практически нет, 9% осталось. Ну и в Молдавии 32% вообще. Ладно, завершаем ход. Мы немного не те территории берем, так скажем. Нам по миссии надо брать Польшу. Часть Швеции, вот, Болгарию, ну, Болгарию мы взяли там, Молдавию и так далее. В общем, Восточную Европу, а мы Восток. На Восток движемся. Да тут не было мечетей. Ух ты! У него органное орудие. Ёпта. Он нам, короче, дал бой. Это армия, которая идет на Багдад. Прикольно. Дальность небольшая, 500 метров. Ладно, посмотрим в бою на это чудо. Здесь армия, кстати, не особо крутая. Ну да, в тылу у нас там элитка нанялась. Надо будет еще Семеновский, ой, точнее Преображенский нанять. У нас там Семеновские полки нанялись. А Преображенский мы двинем в Киев. Киев и Москву будем оборонять. Держать, точнее, позиции. Пока поляки наши союзники, шведы тоже наши союзники. Там, в принципе, какой-то угрозы нет. Так, мы обороняемся, он атакует. Холмов здесь, к сожалению, нет. Так, небольшие такие возвышенности. Давайте займем. Давайте займем то, что есть. Блин, немножко неудобно, конечно.
Собственно говоря, можно здесь занять оборону. У нас дефицит пехоты, к сожалению. Поэтому надеюсь на картечь и наши закаленные полки пехотные. Гвардейские части. Для красоты у нас будут. Да я вообще-то их хотел на фронт кинуть. Я не собирался их там долго мурыжить. Они же у нас только нанялись. Эти семеновские полки. Продолжаем. Так, ну, что еще там осталось? Черт, дождь пошел. Пока я тут раскладывал войска, дождь пошел. Блин. Дождь — это плохо. Все. Готово. А, блин, бородатые мужики, я вас забыл. Ё-моё. Так, еще конницу. Ладно, отступаем. Так, а ну-ка давайте посмотрим на это чудо техники. Органное орудие. Шестистволочка, что ли? Да, шести... даже семи, наверное. Центральный ствол тоже при делах. Просто пулемет Гатлинг какой-то. Mm-hmm.